Друзья, привет! Сегодня в этом видео я проверяю арбуз на нитраты по вашим многочисленным просьбам. У нас весь апрель, май и вот начало июня самое, продавали иранские арбузы повсюду. И для того, чтобы купить эту четвертинку, я обошла несколько магазинов. В магазине Спар были отвратительного вида арбузы с какими-то желтыми прожилками, такие я покупать не стала. И вот в одной овощной лавке нашла вот такие вот красивые, спелые и красные арбузы из Ирана. Вот эта вот четвертинка вышла у меня на 250 рублей. Ну, достаточно дорогие сейчас по весне арбузы. И давайте посмотрим, что покажет нам нитрат-тестер по нитратам в этом арбузе. ПДК по нитратам для арбуза 60 миллиграмм на килограмм. И посмотрим, что же у нас будет здесь. Нитрат-тестер показывает, что содержание нитратов в норме, всего лишь 55 миллиграмм на килограмм, почти что у верхней границы предельно допустимой концентрации, но все-таки в норме. И для большей уверенности предлагаю еще раз проверить на нитраты этот же самый арбуз, но в другом месте. И снова прибор показывает приблизительно такое же значение, 52 миллиграмма на килограмм. А это означает, что данный арбуз содержит допустимую дозу нитратов и, в общем-то, пригоден к употреблению, если доверять показаниям нитрат-тестера SOEX. Ну что ж, друзья, надеюсь, мое видео было для вас полезным. Жду ваших комментариев, вопросов и мыслей по теме данного сегодняшнего видео. Обязательно жду вас в других своих видео. До встречи. Пока.